Этому малышу нет и недели, но у него уже есть антитела. Защиту от коронавируса, говорит мама, она обеспечила ребенку в последнюю неделю беременности. По рекомендации врача поставила первый компонент вакцины в поликлинике. Без переживаний тоже не обошлось. Понимала, ответственность двойная. И в то же время число ковид-зараженных изо дня в день бьет все рекорды. Ну, я посоветовалась с мамой. Она говорит, что если врач говорит, что так и есть, тем более были печальные случаи, о которых не хочется даже вспоминать, то мы решили воспользоваться этим, защитить и себя, и ребенка в дальнейшем тоже. Реакция на первый компонент была вполне предсказуема. К вечеру у беременной появилась невысокая температура, но на будущие роды и на плод это никак не повлияло. Между тем, рассказывают врачи, убедить беременных поставить прививку становится все сложнее. Хотя в каждой поликлинике по месту жительства есть прививочные пункты. Заразиться там, по уверениям врачей, риск минимальный. Но для особо опасливых появился еще один. Только для беременных или кормящих мам. Он находится в подразделении городского роддома номер 2 на Комсомольском проспекте. Врач обязательно посмотрит и скажет, можно в этот момент прививаться или нет. А так беременность на сегодняшний день с 22 недель не является противопоказанием для прививки. Да, у беременной тоже могут быть общие противопоказания, типа респираторно-вирусной инфекции, какой-нибудь аллергической реакции. То и в этом случае тогда действительно у нее будет медотвод, но на общих основаниях. По словам медиков, среди вакцинированных беременных в крае никто ковидом после прививки не заболел. В Минздраве утверждают, что после вакцины ни у одной из них не наблюдалось и осложнений, каких-либо побочных реакций, да и вообще. Безопасность прививки давно уже доказали мировые ученые. Перед этим они провели масштабное исследование женщин, которые заболели во время беременности, перенесли ковид. Их набралось около 10 тысяч, то есть большое исследование, проанализировали случаи, как протекала беременность. И вот беременность у них закончили в 25% случаев преждевременно, с рождением недоношенных детей, что было связано со здоровьем женщины. Тем временем в СМИ обсуждается информация о том, что 3 беременных женщины умерли в ковидных госпиталях. Были ли среди них привитые? Официального ответа от Минздрава на этот вопрос мы пока не дождались. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком.